Организатором турнира выступила шахматная федерация Одинцовского района, которая была образована сравнительно недавно, но уже объединяет свыше 100 действующих спортсменов. В праздничном турнире по быстрым шахматам приняли участие 54 шахматиста, в том числе гости из Можайска, представители частного спортивного клуба. Сегодня мы не ожидали, что нашими противниками будут люди такого, скажем, уже зрелого возраста и именитые соперники. Конечно, немножко растерялись, но начинаем потихоньку выигрывать. Сильный играет с сильным, слабый со слабым. По 15 минут на партию для игроков. Рапид или быстрые шахматы. Состязание непростое. Проводится по швейцарской системе 8 туров. Самые напряженные баталии среди мастеровитых игроков. В числе фаворитов мастер Фиде Станислав Бабарыкин, а также молодой, но подающий надежды спортсмен, кандидат в мастера спорта, участник чемпионата России Григорий Терсаакян. В первом туре соперник был не очень сильный, а вот во втором туре уже более-менее неплохой попался. Ну, так, на опыте получилась победа. Борьба за первое место, несомненно, будет среди Бабарыкина Станислава. Это мастер Фиде. Есть у нас еще ветеран такой сильный, это Шварц Александр, мастер спорта, еще советский. А это было, так сказать, очень солидно. И он с возрастом, ему уже за 60, он не утратил свои навыки. И мы всегда его относим к фаворитам нашего соревнования. По итогам соревнований было несколько зачетов. В общем, безоговорочную победу одержал 10-кратный чемпион России. Одинцовский спортсмен Станислав Бабарыкин, набравший 7,5 очков. Среди ветеранов тройку лидеров составили Александр Шварц, Юрий Голынский и Вячеслав Подъепольский. Среди школьников отличился Олег Попов. Среди женщин лучшей стала Валерия Гурьянова. Уже 4 марта спортсмены сразятся в 5-м туре финала первенства Одинцовского района по классическим шахматам. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».